Жительница австралийского городка Фостер Лиза и ее дочь Саския больше не рискуют оказаться у закрытых дверей библиотеки. Теперь в нее можно попасть круглосуточно. Это особенно удобно для работающих. Пользу видят и пенсионеры. Мне было сложно застать библиотеку открытой, когда у меня появлялось время. Иногда я приходила через 5 минут после закрытия. Это немного расстраивало, потому что пропадала возможность почитать перед сном. По средам библиотека закрыта, поэтому очень удобно, когда все равно можешь зайти и обслужить себя сам. Все началось с того, что местные жители попросили продлить часы работы заведения. Дополнительные часы работы не совсем то, что было нужно, но благодаря круглосуточному доступу стало удобно. В библиотеке установили систему видеонаблюдения, которая обошлась в 60 тысяч долларов США. Большинство людей здесь знают друг друга, они внимательны, и мы предупреждаем их о наблюдении. Думаю, все будет в порядке. В Фостере живет всего 1200 человек. Городок стал первым в штате Виктория, где появилась круглосуточная библиотека.